В Европе 18 века была мода на огромные парики. Чтобы придать форму, его склеивали салом. Так как это был довольно сложный процесс, то дамы ходили, не разрушая прическу, неделями, а то и месяцами. Из-за чего в волосах заводились вши, пауки и даже жуки. Вследствие голова начинала зудеть, и каждой женщине приходилось носить с собой палочку для расчесывания. Также из-за запаха испорченного сала в парики могли проникнуть и обосноваться крысы и мыши. Помимо этих неудобств, дамам, чтобы не разрушать прическу, приходилось спать сидя.